Всем привет! Сегодня у нас будет обзор на второго Рино с 12-12. Это будет самый топовый Рино с огненной защитой 8-8. Почему он топовый? Думаю, все уже видели предыдущий обзор, там где он был прокачан с 10-м скиллом. Как только я его прокачал, сделал обзорчик, все начали тоже качать огненную защиту на нем, потому что это самый имбовый и топовый талант для него. Так, ну в принципе, по 12 скиллу мы с вами проходили. В чем прикол огненной защиты на Рину? Во-первых, он отражает 45% входящего урона по герою. Также он уменьшает на 45% входящий урон. То есть это фактически как каменная кожа. Рунами у нас будет стоять ремочка, артефактом кубок жизни, для того, чтобы он подольше прожил. В принципе, ему там ставить крит смысла нету. Лучше бы он себя пусть отхилит больше, дольше простоит за счет того, что жизнь, ну, это самый как бы для него подходящий талант для такой сборки. По снаряге у нас стоит, опять же, 15% отражалки, дополнительный бонус от победного выпада чарами. И, ну, и стандартно, как для одной линейки всегда, как и у предыдущего, уклонения крит-удар. Питомцем мы поставим ему там не ангела, не слона, а поставим специально карасика, чтобы он не резал входящий урон, был чистое отражение и немножко было подхила, потому что у нас отхила только кубок. По герою будут сейчас очень хорошо попадать. Ну что, поехали. Посмотрим на него в рейдах. Вот он включился. Ну, как видите, по сравнению с предыдущим, урона заметно меньше. А теперь смотрите на отражалку от него. Видно, да, насколько герой. Драйк себя наполовину бил, и остальные тоже дрезали. Да, он не сносит так героев, но в пачке с огненной защитой он очень хорошо помогает тем, что он себя отхиливает. И об него очень хорошо сливаются вражеские герои. Ну, как видите, без слона это проблемно, он станется очень хорошо. Смотрите сейчас на солдатиков. Обратки пошли. Смотрите на Минотавра, если включится. Не, немножко не успел, похоже. Вот он сам себя, минус 74 тысячи. Ворожай. Смотрите на ворожая. Конечно, можно было бы ему поставить уклонение, это было бы более интересно, но мы тестируем именно отражение, как оно должно отражать. Такого Рину я использую практически везде. У меня целая пачка с огненной защитой. Вот сейчас, может, нам повезет. Не, нам не повезет особо. Смотрите на вертолетиков. Тут ворожей подхиливает. Плохо-плохо тестировать в рейдах с ворожаем. Ну, смотрите. Отражалку. Вертолетики сами себя очень быстро убивают. Ну, вроде так ничего. Стоит по чуть-чуть. Конечно, ему тут даже режут. Ну, 30 секунд против стрелка, ворожая и Анубиса он смог выстоять. Это уже показатель. Если у него будет еще дополнительно там мой ворожей хилит, это вообще будет супер. Так, ну-ка давайте тут где-то нападем. Может, у нас получится вражеского выманить сюда. Либо хранителя с тенью. Вот вражеский Рину. Вот смотрите на вражеского Рину. Как он начинает проседать, когда он включится. Это плюс, у него еще дополнительная защита от таблетки идет. У нас же защиты нет. Моего Рину он там не особо сильно задевает.
Он, во-первых, по нему не попадает. Смотрите, как обраточка работает хорошо. Конечно, они будут так воевать целых 3 минуты, хотя есть шанс того, что второй Рино просто сольется. Но для этого нужно намного больше времени. Ну и, конечно же, немножко другие. Если бы мой был в топоре, было бы как-то попроще, а так... Ну, смотрите, половину, до половины уже проседает даже. По чуть-чуть, но... Скажем так, это будет вечный бой. Если он, ну да, он у него... Ну, его еще питомцы хилят, он тоже, наверное, в кубке стоит. Но сама суть вы сами видите, то есть он получает очень приличную обратку. Такой Рино очень хорошо против Некросов. Возможно, я зайду там на аккаунт Дима, если он, я надеюсь, спит. И попробуем против Некроса и остальных его потестить, что он сможет сделать. Ну, против Рино, в принципе, видно, что обратка очень эффективно действует. Хотелось бы сюда Хранителя с тенью. Тень Хранителя убивается очень быстро. Об такую отражалку. Так, ну давайте тут попробуем. Тут сейчас нам ворожей подпортит. Да, сейчас на стыковка разгонит. Видите, он просто в стане стоит. Вот основная проблема. Очень тоже хорошо восприимчивый к стану. И если на нем не будет там слона, например, очень сложно будет. Так, что тут у нас? Хранитель есть. Хранитель есть, но также есть у нас и Фрея. Но Фрея, я думаю, не зарядится. Так, все, быстро нас уложили. Так, хорошо. Ладно, в рейдах, в принципе, тут смысл такого, такой сборки я вам показала, что отражение работает. Побежали, посмотрим на подземках. Хотя тут на подземках у него тоже будет намного меньше урона. Но, соответственно, он и проседать тоже будет не так. Ну, как видите, если вы смотрели предыдущий обзор с Бастом, тот проседал намного быстрее этот же. Неплохо, неплохо. Лучше держит урон, скажем так. И плюс в него убиваются. Единственный минус, его тоже можно заблочить РСом. Попадает под молчание, и талантик не работает. Так, ну давайте другую подземку. Тыковку сейчас возьмем. Ну посмотрим на урон. В жестокой подземке. Так, где там наши тыквы? С этими скинами вечная проблема. Вот наша тыква. Жестокая 8-10. Конечно, он тут будет к стану восприимчив. Ну, если сейчас включится, сейчас будет видно сразу же урон. Ну, видно, видно, заметна разница. Намного меньше он бьет. Но, соответственно, он намного лучше выдерживает удар. 2 миллиона. Ну, заметно. Давай, давай, тыковка, разгоняйся. Конечно, ушатал, но... Даже не смог. Не смог их убить. Но у него цель больше отражать. Так, хорошо. На подземках, в принципе, видели. То есть он не подземочный вариант. Но как вариант можно использовать тоже. Так, что у нас?
Давайте в турнире героев посмотрим. Вдруг варлоки будут. Так, Влад Дракула. Вот тут у них должен ушатать. Интересно, они сейчас... Не, они даже не успевают включиться. Надо следующие волны заходить. Так, 17-я. Химера, смотрим, сейчас она будет бить. Вот кому-то обратка прилетела, он их всех ушатал. Тоже немножко не то. Вот они его убили даже. 18-я волна. Так, королева Гарпий. Смотрим на обратки. На обратки по 33, по 40 тысяч идут. Да, 40 тысяч обратки. Но они его не убивают. 19-я, Леди Лео. Так, смотрим. Леди Лео у нас тут с бастами. Смотрите, как обратки хорошо проходят. Ну, четенько держит. Конечно, они тут все ушатали. Ну, так вот. Так. Давайте посмотрим в королевской битве на него. Ну, как обычно, чудненько. Сейчас мы перезайдем быстренько. Что-то последнее время начались баги с королевской битвой. Когда заходишь на нее, полностью устанавливается симулятор. Так, зашли. Вот на ширину побежали. Там у нас был урон в районе 180 тысяч. Тут сейчас мы посмотрим, сколько. 120 обычный. Вот вам и разница. Заметно сразу же, причем. Он намного дольше убивает. Но зато отражалка работает. 4000, но тут герои не особо прокачанные. Сейчас мы пойдем дальше в следующей локации, посмотрим, как он будет отражать там. Вот тачка посерьезней. По чуть-чуть, по чуть-чуть, по 3, по 5, по 6 тысяч они с каждым ударом себя убивают. Да, как-то с бастом поинтереснее смотрится в плане дамага. Но в плане универсальности все-таки этот вариант. Вот у нас есть элитная пачка. Сейчас мы на нее нападем, тоже посмотрим. Вот смотрите, смерть минус 157 тысяч получила обратки, по-моему. Или это он ударил? Ну, хорошо просела. Так, вольт. Тень хранителя есть. Ну, сами все видите, сколько обратки идет обратно. Смотрите, тень хранителя, она просто убилась сама. Ронин то же самое, каждый удар его минус 15 тысяч. Даже Анубис там по 4, по 5, по 6 тысяч сам себе бьет. Давай, добивай их уже. Это получается, оно без где-то в среднем
Около 10 тысяч бьет с руки обычным ударом. Но Рину хоть бы что. Благодаря встроенному отхилу. Так, хорошо. Побежали, потестируем его в забытой битве. У меня тут уже есть пачка собрана с таким Рину, с Бастом. Сейчас мы поставим сюда с огненной защитой. Ну и посмотрим, что он сможет здесь делать. Тут, конечно, сейчас череп его унесет, но смотрим. Да, быстро его, конечно, вырубили. Так, дерево. Не успело включиться. Ну, тут мы сольемся. Однозначно. Сейчас мы создадим полностью всю пачку с огненной защитой. Ради интереса посмотреть, что будет. И поставим его второй. Брать. Так, огненная защита, хранитель. Ворожей. Валентина. Капитан Дрейк. Вот такой вот состав у нас будет. Так, этот первым, тот вторым, тот третьим. Смотрим. Тут сейчас Фрейя должна их уделать. Просто обязана. Ну. Чё, не сольёшь-то? Ужас просто. Не смогла, не осилила она. Ну, там ворожей подхил дает, да. Теперь сейчас будет самое интересное. Правда, герои не собраны, но огненной защиты очень много. Вот они разбежались. Смотрите на Некроса. Самое главное, конечно, чтобы он кучно бил. Вот он кучно, в принципе, бьет. Мы пачку там без особых усилий просто разобрали. Без артефактов, без питомцев, потому что они просто убились. И, конечно же, Рину тут очень хорошо нам помог, так как он себя подхиливает. Анубис решил их, говорю, Анубис. Некрос решил их всех убить. Ну, конечно, он уже этого не сможет сделать. И хватит времени. Так, хорошо. Давайте на кого-то другого нападем, посмотрим. Ой, это было бы здесь хорошо сейчас той пачкой напасть. Сейчас на отражение сколько всего есть. Но Фрейя, конечно, лупит, снимает баф. Нереально просто. Жесть. Смотрите, что они сделали со стрелком, с Анубисом. Вот они убили Афину. Интересно, хватит им времени, чтобы слить? 4 секунды. Просто не хватит чуть-чуть времени. Так бы, думаю, слили бы. Запросто. Так, дальше смотрим. Вот опять. Ну давай. Смотрите, Вольтор. Просто сам себя вослил. У него там фактически вся жизнь была. Ну, тоже интересная пачка. Так, малышник. Да, тут мы сольемся, скорее всего. Да, тут мы слились. Так.
Давайте тут потестим. Тыковка. Смотрим. Как Арес сам себя убил в стычке. Он бьет сразу 5 героев, сразу, ну там образно говоря, 225 отражение прилетело, плюс еще там победные выпады стоят. Ну прилично, прилично ему прилетело обраткой. Так, тут Фрейя должна затащить. Я в нее верю. Так, Анубиса слила. Анубиса, сейчас кого-то другого. Есть. Ведьму слила, стрелка. Давай, добивай. Стрелка слила. Ну, думаю, с Анубисом они тут справятся. Стрелок одержимый. Вообще без проблем. Ну, давайте еще этого, чтобы уже до конца добить. И я сейчас параллельно зайду на второй аккаунт. Постараюсь зайти, если получится. Боя уже, в принципе, прошла. Жесть, что она делает с такими ударами. Так, есть, да? Ну, не знаю. Как бы там ни было, с Бастом, да, он кайфовый, наносит много урона. Но вот этот Рину намного универсальней. Возможно, где-то в обзоре я не все смог показать. Но сейчас мы его затестим по очередности против других героев и посмотрим, сможет ли он там против Рона выстоять, сможет ли он с Бигфутом посоревноваться прокачанным, либо стрелка ушатать. Некроса. Так, хорошо. Тут есть. Сейчас мы нападем. Так, есть, успели. Вот сейчас потестим. Давайте против хранителя. Смотрите на тень, если она сейчас вылезет. Видите, да, тень? А хранитель, между прочим, с огненной защитой, по-моему. Если не ошибаюсь, или ремка, сейчас посмотрим точно. Ну, плюс то, что у нас еще стрелок бьет. Без проблем. Дальше смотрим Некрос. Смотрите на Некроса. Он тоже с огненной защитой. До свидания. Но он даже ничего сделать толком не может. Там стрелок даже помогает. Не вариант вообще. Просто не вариант. Давай, сливай уже его. Давайте смотрим уже дальше по очередности всех ворожей.
Вот ворожей, кстати, режет от хил, у него есть шансы, если он будет включаться. Ну, пока стрелок ему помогает. Один на один, конечно, без вариантов. Так, а что у нас там у стрелка? Ну, в принципе, тут ворожей их всех подхиливает. Так, еще раз атака. Сейчас сразу попробуем кинуть. Да, возможно, может быть и вечный бой. Потом посмотрим, я уже не помню, какие тут таланты стоят прокачанные. Если я не ошибаюсь, это ворожей с каменной кожей. Поэтому он так хорошо себя, как видите, показывает получше, чем остальные герои. Потому что, ну, хотя тоже он проседает, его он убивает. Он себя хоть и хилит, но все равно урона очень много. Да, сложно против такого Рина. Так, Бигфут. Кто кого? Бигфут тоже необычный. От Бигфута ничего не осталось. Стрелок с каменкой 8. До свидания. Или что ты сможешь сделать? Не, до свидания по-любому. Смотрим всех по очереди тогда. Анубис. Анубис Бастион. Смотрите, какой по Анубису урон бешеный проходит. Просто как ватного его раздает. Давай, сливай уже его, сколько можно. Конечно, с такой зоной действия умения его, это очень круто. Все вокруг разносится очень быстро, если он врывается в расстановку где-то в центр. Хватает одного скилла. Давайте ему немножко поможем. Эй, тыковка побежала не туда, куда надо. Чё ж так долго, ну? Сейчас тыква даст, должна дать разгон. Смотрите, что сейчас будет. Сейчас тыква на некросе просто разгоняется дико. Все равно это не помогает нам слить Анубиса. Он нас надебафал жестко. Ну, давай, 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 давай. Добивай уже его. Сколько можно. Просто жестко зависли на нем. Так, 12 секунд. Все равно отхилился. Ну, проседает. Хорошо. Ну, что я вам могу сказать? Сами, в принципе, все видели. Пишите комментарии, как вам такая сборка Рину. Для меня он все равно был и будет самый топовый. Не надо там никакие ракушки ставить, ожоги и прочую хрень. Корка там, ну, корка это совсем другое. Вот это реально самая топовая сборка. Она универсальная в плане защиты, в плане того, что герой отражает, в плане того, что герой будет атаковать и, соответственно, будет нормально держать удар. То есть это самая оптимальная сборочка. С бастом он своеобразный, тоже интересный, но вот это топчик.
Все, пишите комментарии, подписывайтесь на канал. Сори, что такие длинные видосы, но хочется по максимуму рассказать о герое, показать его, что он, как он может. Все, всем пока.